Желаю вам самое главное здоровья, тепла, но солнце скоро будет. Правда, ребят? Сегодня праздник – Международный день защиты детей. Воспитанников Всероссийского детского центра «Океан» в этот день поздравили те, кто имеет непосредственное отношение к их защите. Сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуроры дальневосточных регионов преподнесли ребятам подарок – учебный кабинет. Теперь здесь будут проводить занятия, на которых дети смогут узнать о своих правах и о том, как их защищать. Было принято решение о создании на территории центра кабинета прокурора для того, чтобы ребята, которые проходят обучение на территории центра, имели возможность ознакомиться с работой прокуроров, получили какие-то новые знания, навыки, которые бы позволили им впоследствии определиться с выбором профессии. На встрече с участниками тематических смен прокуроры рассказали об их роли в системе правоохранительных органов, в своем выборе профессии, поделились интересными историями прокурорских практик. Ребята внимательно слушали, многие из них сами хотят связать свою жизнь с защитой прав других. Да, я для себя выбрала профессию. Если так получится, то после школы я бы хотела пойти сначала в армию, а затем в Академию ФСБ. Для меня эта встреча была особенно важна, потому что я изучаю историю, экономику, право и обществознание. И буду сдавать такие предметы, как историю и общество на ЕГЭ. Сотрудники центра постарались устроить воспитанникам настоящий праздник и не забыть о главной миссии Международного дня защиты детей – привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей и вопросам их безопасности. Детей нужно в первую очередь защищать родителям. Это самое основное и самое главное, что есть у ребенка. А далее уже идут законы, любые правила, и каждый взрослый человек, он должен оберегать ребенка в любом случае. Дети – это наше будущее, их улыбки – наша награда. Мы, взрослые, за них в ответе, и в наших силах сделать их жизнь счастливой и безопасной. Поздравляем с началом лета! Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на восьмом.